Всем привет, мы спортивная пара, меня зовут Влад, это Настя. И небольшая предыстория, Настя занимается фигурным катанием, а я просто акробатикой, турнички, ну, короче, такой, типа, спортсмен-любитель. И сегодня мы будем пробовать челлендж, разные парные элементы, стоечки, какая-то йога. Что-то, в принципе, то же самое, что делали Столяров и Маева, или как ее. Ну что, ребят, погнали? Так, мы сделали пару тренировок парной акробатики, некоторые элементы мы уже умеем. И сегодня мы будем пробовать еще всякие новые элементы по фотографиям. Ты будешь выбирать, кстати, а мы будем пробовать. И сейчас мы покажем, что мы умеем. Ну, вот так вот это делается. Теперь я буду ребятам давать челленджи по картинкам из интернета, и они должны будут выполнить какой-то из этих челленджей. Ну, желательно все, конечно. Ладно, полетели. Засчитано. Ай, больно. Парная акробатика, это больно. Нормально, фейлы тоже бывают. Но мы сейчас еще раз попробуем. Это не последняя попытка. Почти в стойку вышел. Ну ладно, засчитано, пусть будет. Красавчики. Ну чё, делаем? Ну, думаю, сойдет. Ну а сейчас наконец-то буду снизу не я, а Настюха, и я, короче, буду себя чувствовать птицей. Смотрите, ребят. Ну, ребят, смотрите, какая хрупкая девочка и какой кабан тут рядом. Ей будет очень нелегко. Жестко. Можешь меня туда направить? Не, наоборот, назад туда. Чтобы руки поднял. Не, фейл, короче. И мы так решили, чтобы элемент засчитать, ну, типа, хотя бы минимум, ну, 2-3 секунды надо его продержать. Тогда считается фиксация. Если нет, ну, значит, нет. Защиты. Дальше уже идут реально жесткие элементы, и пришлось снять кроссовки. Вот этими частями, вот здесь. Она не понимает, походу, чем происходит. Я бы тоже не понял. Левой рукой, да, держишь левую ногу. Дайте перехочу поднять. Дайте перехочу поднять. Давай.
Стоп. Это дичь. Это очень жесткий элемент, ребята, это очень жесткий элемент. Мы даже не понимаем, как зайти в него вообще. Короче, строго не оценивайте, мы не профессионалы, только пару раз это пробовали. Но если, короче, вам понравилось, и мы там весело падали, короче, ставьте лайки, пишите то, что понравилось, и мы постараемся чуть-чуть подготовиться больше и снять в таком же духе видос, но уже покруче.